Приседания. Улучшаем кровоснабжение. Помощь сердцу. Польза приседаний. Противопоказания. Салют, друзья.
Thank you.
Необходимо приседать, чтобы улучшить кровоснабжение нижней части тела. Недостаток кровоснабжения этой зоны ведет к простатиту у мужчин и заболеваниям матки у женщин. Важно на протяжении всего упражнения держать спину прямо, взгляд устремлен перед собой. Если позволяет физическая подготовка, приседайте глубже. Для достижения результата держите цель в голове и стремитесь к ней. Приседания выполняются в сопровождении диафрагмального выдоха, то есть поднимаемся, выдох. Приседания – это не нагрузка на сердце, а помощь ему. Периферическое сердце подхватывает артериальную волну крови и доставляет ее обратно к сердцу при соблюдении необходимой скорости и объема кровотока. Поэтому слабые ноги означают слабое сердце. Приседания являются одним из основных упражнений, помогающих сердцу, а в случае болезни сердца, ишемическая болезнь сердца, аритмия, его лекарством. Таблетки же, назначаемые при первых признаках сердечной недостаточности, снижение так называемых физических нагрузок, развращают организм, попутно способствуя атрофии мышц. Внимание! Приседания противопоказаны людям с коксартрозом тазобедренных суставов и гонартрозом 3-4 степени. Польза приседаний – повышение координации. Организм человека построен так, что выполняя постоянно одно и то же движение, с каждым разом оно будет получаться лучше и лучше, чем в предыдущий раз. Это поможет улучшить вашу мобильность, подвижность и координацию в целом. Польза для сердца и кровообращения. Приседания обеспечивают приток крови в нижнюю часть тела человека. Это снимает нагрузку сердца и позволит восстанавливаться вашим клеткам. Похудение. Приседания также будет хорошим помощником для похудения. Однако, не стоит надеяться только на них. Для достижения результата вам также необходимо сбалансированно питаться и больше двигаться. Спасибо за внимание. Приседайте на здоровье, тренируйтесь вместе с нами. Привет!